Погаснут свечи в этом мире. Ничто не вечно, судьба бесчеловечна. Порой жестоко, остановись, время остановись. Кто такой? Представься. Я похититель термосов. Вот я взял термос. Я, ну, похитил термос. Похитил? Похитил термос, да, из машины. Вот из этой машины, из Митсубиси. Откройте, пожалуйста, что внутри, да, находится? Внутри термоза? Да. Внутри термоза содержимое вещество. О, коричневого цвета. Коричневого цвета. Более 10 грамм. Доз, то есть доз. Вы план завариваете? Нет, я завариваю вещество. Вещество. Штырит которое, да? Да, да. Придешь получишь. Готовимся к выступлению. Вот кофеёк пьём, который сейчас братан ушёл. Оставил мне малька, ёпта. Ну, вечерок будет весёлый, он обещает. Нет, я говорю, попей, что ты делаешь. 6, 7, 8, восьмой ты. А всего 40 участников. 40. Как 4 рок-мюзика. Представь, ты собрался это все посмотреть просто. Ну как, внука Гузарова выступает, видишь, внука Гузарова. Слушай, а этот у нас нету как бы. Есть. Ну, то есть это как бы типа соревнования, да? Да, сертификат. Один час записи. Один час записи. Потом что еще есть? Это за первое место. Да, вот, первое место, диплом. Диплом. Товарищ, а будьте добры, выдайте мне сразу. А, диплом, сертификат, да? Я уже выиграл. Нет, ну ты хотя бы минус ключи в машине. А, ладно. Порепетируй давай хотя бы. Давайте, давайте на тут. Разочек, читаем. Лойка в сумке. Я тебе ее отдам, потому что она мне не нужна. Зачем ее? Она ему не нужна, то есть, дай мне, пожалуйста, флешку, у меня нету, я это, своим минусам твою флешку скажу. Да. А сейчас мне нужна. Ты, кстати, сам-то будешь читать? Да. Будешь? Я фотоаппарат взял. Поехали! Погнали! Бизнес низов! Подъемы глубины, когда стараются пацаны. Шлепали босыми ногами, искали мани-мани. Про вас писали текста, подонки не метали. Годами стали, нервы стали, подняли, стояли. Хранили сердца, то, что в памяти перебирали. Засеяло зернами только правильных и дружных. Первый крупный куш, добытый кровью потом. Потом крутился по летам и не с оборотом. С малых лет о чем думали, мечты сбываются. Сверху и сбоку, и пацаны стараются. В то время, когда конкуренция сбивается, чтобы поставленные задачами они справляются. Стало как-то мало, осталось делаться мало. Как-то сильный шурма, по крыше бывало. Золото, ломбарда, в тумоке, по городам горьким. Согласно инструкциям, человеческий фактор при избытке градусов дает неприятно. Если пояснить внятно, то это понятно. После 40 невозможно удалить эти пятна. Первоначально это выглядит намного слаще. Тебя прет от синьки скорости ганджи. Приобретает невероятный смысл твоей жизни. Максимальный оборот все твои соки выжмет. Брат или ближний не оставляет в луже. Но от кого-то ждать помощи намного хуже. Пока ты молод, зелен, умен,
карман не сломан. Тебя везде сопровождает любимая вуман. В отражении стекла это новый ты. Некоторые поправки несли реальные виды. Виды, взгляды, мир стал проще. Заряд эмоций радостных, мощных. Три столицы, цари, императрицы. Испокон веков, покой, мужик. Как дела, бабушка? Да мы сейчас уедем, мы просто клип снимаем, ёпта. А я говорил, что вы чокнутые. Куда довалить отсюда? Пиздец, блядь. Вот так вот, блядь. Закончились наши пути. Может, ты не позвал ее балалайку, как зритель? Вот она бы сказала точно чокнутые. А че хвостик у нас, блядь? Включи его. Парни, блядь, меня не по 33 пугает, года, ни блядь. Ни буря, ни ветер. А, щелкнутые. Ну, на чё? Понимаю, нет. И что теперь? Время 11? 8-12. Да нет, времени 11, нихуя. Блядь. Даже не вечер. Не... Блядь, сколько строк не могу понять здесь. М? Я обнаружен кровь, я не застрял там, я кручу педали дальше, все без фальши, я рэп наш настоящий. Вот раскрыл ролик в 1 сентября, и все. Мы отличаемся от всех, наш стиль узнает каждый. Наш дым под потолок, битком забит клуб, FM на сцене, на нас не модный лук. Мы раскачаем это место, руки в воздух. Вопросы, вопросы, расспросы, расспросы. Допросы, допросы, жилы рвутся, как стальные тросы. Вопросы, вопросы, расспросы, расспросы. Допросы, допросы, жилы рвутся, как стальные тросы. Я давно уже вижу, что происходит тут над вашим... Вот еще хлещ оператор есть, с магнитофоном. Сможем ли мы изменить этот мир, чтобы больше не было наша голова? Разобрать план и свободный сам, и пойдем на врага. Живя на весах, на рога пойдем, завернемся к нам, направим в карман. Снова везде мы, мы не победимы, и пришло наше время зажигать. Один лишь шаг до победы. Вы не видны, но духом не сломлены и стремлены, но сердца наши годы все время под усталой язве. И как посмотри на распад, громко грянет гром, но делай грамотно. А как грянет гром, то для нас угодно. Раньше он не подносил колбу два перста. Ну а что потом, на кону наша судьба? Будет нелегко нам атом сволота. Мысли собраны чисты, пути определены. Впереди один лишь шаг до победы. Но такие темы на людях, да, здесь опасно. Дух нахуй, поэт приедет, валяется, заберет. Да, мне вообще похуй. Не, а так вообще пиздец, как мы глубоко очень идем. Все как всегда, ебать. Хуенский, да, получилось? Я прям сам. Ну ты, ебать, готовился. Все, гаси, чё. С
Съемка идет? Да. Народ тусит. Сейчас будет еще жарче в клубе и в ночном. Это на ходу, походу. Походу на ходу точно. Специально для твоей рубрики, Миха. Походу на ходу. На ходу, походу. Как-нибудь. 29.08.20. Будем сегодня бацать. А кто тут вообще? Хасян. Мак. Фроу. Все прошу, да. Фроу. Майк. Ай. Воу, Чес. Воу. И Миха. И Миха за кадром. Загадывай желание быстрее. Давай, 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 давай. Дайте мне грамм золота. Чтоб я стал миллионером. Нахлынула волна, великая муза мне дышит в спину. Внезапно открыла дверь в мою квартиру. В жесткой форме заставила взять тетрадь и ручку. Соберись с духом, разум сложи в общую. Метафору во многих вещах ищет воображение. Где-то плев, где-то нет, пыль, испарение. Превращение простых в крутых людей. Мы, пацаны, простые все, избавься от иллюзий. Ты весомая причина, так просто жить. То, что вызывало ненависть, хочу любить. Мы с тобой по течению, я твой герой.